Ребята, всем привет, с вами Александр, и давайте побегаем в Sandbox. Сегодня 31 марта, у нас должна открыться еще одна локация, Climbing Madness, то есть там скалолазное сумасшествие. Там что-то будет, наверное, то, что я не люблю, сплошной паркур, но это будет через пару часов. А сейчас же мы поиграем в Big Brawl. Это, по-моему, вчера появлялось, 30 марта была локация. Ну что, погнали. Так, появляемся мы вот здесь. Так, где там наши музычки нету? Говорим с этим человечиком. И нам предлагают тут выбрать меч. Я в прошлый раз брал вот этот меч. Давайте теперь возьмем средний. То есть мы любой можем выбрать. Middle. Давайте middle. Сразу экипируемся. Так, что у нас там по... Музыка куда-то делась. Ну, я думаю, сейчас она должна появиться. Ну и все, погнали, короче, вниз. Берем задание и начинаем умирать. Я здесь, кстати, умер первый раз, когда играл, здесь тоже умер. Но ничего страшного. Итак, что нам нужно? Победить в 5 комнатах, собрать 25 вокселей и 4 точки интереса посетить. Так. Давайте сразу пробежимся здесь по всем этим точкам. Так, ну музыка что-то у меня не хочет появляться. Кстати, даже не помню, была она или нет. Не суть важно. Итак, давайте пойдем по порядку, по которому я и ходил раньше. Я начинал вот с этой комнаты. Я знаю, что здесь нужно делать. Нам нужно будет у того робота, который там стоит, нужно будет активировать и зачистить вот этих роботов, которые стоят сейчас типа в защитных капсулах. Мы этого включаем, и он сейчас идет тут типа всех освобождать. Его убить нельзя. Да, если и можно, то не нужно, потому что он должен всех освободить. Вот он наезжает на вот эту вот точку и освобождает робота. Бывает, что он там где-то тупит. Его нужно вести. Вот смотри, вот эта точка открывает нам врата. Опа, видите? Ну, они хиленькие. Они быстренько... Ух ты, быстренько помирает. И в каждой комнате нам еще нужно собрать инвентарь. Так, где этот тупень? Вот, видите, где он тут остановился. Его нужно провести сюда. Ну. Мы его можем, по-моему, включать, выключать. Но нам нужно, по идее, чтобы он сюда дошел. Вот, кстати, мы броню нашли. Сразу ее одеваем. С этим нам сражаться не придется, не переживайте. Так, нам тут нужно будет что-то активировать. В прошлый раз я нажимал другой вариант, но, по-моему, тут ничего не меняется. Что бы ты ни нажал. Происходит то же самое. Валим этих всех зайцев, переростков из «Ну погоди». Эта, блин, штука все время раздражала. Что ты как бы стоишь, а не достаешь. Так, ну все, то есть мы победили здесь. А то, что нужно, нашли, все, уходим. Даже нам не пришлось его туда затаскивать. Так, пойдемте с троллями разберемся. Нужно завалить здесь помеченных троллей, ну или по-простому убей всех.
Тут у нас человечек какого-то поджарили. Так, а вот это, кстати, не забивайте. Это вот то, что нам надо. Это у нас штанишки. Так, все забрали. Помчали теперь. Так, ты ничего не хочешь? Ничего интересного. Про гейммейкера нам сказал. Так, вот видите, вот здесь висели тоже доспехи. Убивать нам их абсолютно незачем. Эти вот исчезают, а те вот почему-то заглючило, не исчезли. Хотя нет, два яйца нужно уничтожить, и тогда они все исчезают. Так, теперь давайте помчимся сюда. Так, тут нам говорят, что делайте суперсильный удар, чтобы сбить броню с наших, блин, противника. Ну вот это не люблю эту штуку. Валим. Так, вот это вот, кстати, шлем, который нам нужен. А, я забыл одеть наручи, или как там их назвать, эти штуки. А, по-моему, этих нам нужно зачищать. Ничего себе, они даже блокируют. Но это надо делать вот так. Я просто первый раз, когда проходил, я как бы сразу этот прием применил, и потому как бы я не обратил внимания на то, что они блокируют полностью урон. Так. Нас тут уже почти убили. Так, что нам там осталось? Два вокселя найти. Так, надо подхиляться, чтобы лишний раз не возвращаться сюда. У нас уже, как видите, 140 здоровечка. За счет брони мы себе там насобирали. Так, этих ребят валим. Вниз нам надо будет спуститься. Но не для того, чтобы там, по-моему, всех их поубивать. Так, минус. И здоровяка. Кстати, там тоже альфа-лобби. Вот самая первая наша локация по центру. Она тоже сегодня или вчера обновилась, но там ничего нового, но как бы на нее нужно зайти, чтобы там появилась галочка. Так, ну в общем-то все, мы все выполнили. Даже вот вниз мне спускаться как бы не понадобилось. Давайте еще вот щит оденем. И все, вот смотрите, даже вот здесь кубик, но они мне уже не надо, я так чисто покажу, что кубики здесь есть лишние, воксели. Где? Тут лестничка у нас была. Вот здесь. Ну и все, как бы возвращаемся. А, еще не все. Черт, я забыл. Нас же сейчас... Сейчас тут нас подставили. Мы теперь вообще лютые мясорубы. У нас тут целых 170 хелса. Вообще раздаем направо и налево. Я даже хелса ни одного не потерял. И потом нам нужно будет завалить этого предателя, который нас сюда бросил. Это снежные барсы, кстати. Не достал. Так, а вот этого гаврика... А вообще, изи.
все, мы победили, теперь точно все. Нам здесь не говорят, что типа game over, все дела. Вы, если зайдете на карту, вы увидите, что у вас там появилось 12 из 12, или сколько там было у нас, было квестов. В общем-то, мы все их выполнили. И вот да, вот тут не забудьте зайти, чтобы у вас была галочка, и чтобы везде были галочки, может за это будет какой-то бонус. А на этом все, всем пока.